Здравствуйте, ребята! У нас приготовлена для вас новая история. Посмотрите, сегодня Вениамин одет по-особенному. Как вы думаете, в какую профессию он сегодня одет? Доктором. Ты одет доктор? Может быть, даже ты одет как хирург? Да. Посмотрите, дети, у него есть здесь этикетка. Здесь написано «Доктор Вениамин Шольц». Что у тебя еще есть? У меня есть термометр. Я покажу, как он работает. Что ему можно делать? Ему можно мерить, как у усики, у лобика. Вот. Я вам покажу. Можно температуру мерить? Да. В ушки? Вот. Какая нормальная температура. Теперь надо почистить лобик. О, тоже говорит, что нормальная. Спасибо. А что у тебя еще есть, доктор Вениамин Шольц? У меня есть стетоскоп. А что обычно доктор делает с стетоскопом? Это как долго... Твое сердце там бьется, да? Нужно стетоскопом мерить свое сердце и сердце пациента. Дети, а вы знаете, что врачи, быть врачом очень серьезная, очень ответственная работа? Кто из вас хочет быть врачом? Знаете, дети, что врач, настоящему врач, если учится у самого главного врача. А кто у нас самый-самый главный врач? Иисус. Ты знаешь, что Иисус – это самый главный врач. А почему Иисус – самый главный врач? Потому что Он учит других. Он учит других. Он сделал всех людей. И поэтому Он знает, что нужно для здоровья для людей, да? И поэтому Он учит всех врачей, если они просят у Него мудрости и дает силы врачам также. Иисус был на берегу озера, а вокруг Него, как всегда, толпились люди, и каждый хотел послушать, что же сегодня расскажет Иисус интересное. И когда все люди собрались к Нему, вдруг через толпу прошел человек. Его имя было Иаир. Он был очень главный начальник, и у Иаира была дочка. Этой дочери было 12 лет. Она была единственная у папы, и папа с мамой ее так сильно любили. И знаете, что случилось? Дочь Аира заболела. И не просто заболела, это не была просто простуда, это была какая-то очень серьезная болезнь. И Аир, поскольку он был начальником, он потратил много денег, чтобы пригласить всех врачей, но врачи не могли помочь почему-то. И дочке становилось все хуже и хуже, и она не могла ничего кушать, и становилась слабее и слабее. И когда все надежды папы с мамой закончились, тогда Иаир вспомнил, что где-то есть Иисус, и Иисус может лечить. И тогда он побежал его искать, он искал его везде, и тогда он нашел его, наконец-то, на берегу озера, протиснулся сквозь толпу, и когда он наконец-то увидел Иисуса, он упал на колени перед Иисусом и заплакал горько и сказал: «Иисус, Иисус, приди скорее, моя дочь, моя маленькая дочь». Она так сильно больна, и я боюсь, что она умрет. Когда Иисус увидел Иаира, Он поднял его и сказал: «Я пойду к тебе в дом». Но Иаир знал, что нужно поспешить, потому что девочка так сильно больна, надо торопиться. И это не очень близко идти, потому что раньше машин не было. И скорой помощи тоже не было, чтобы быстрее доехать. Нужно бежать. Ну как же бежать? Вы пробовали когда-то бежать, когда кругом толпа? И пробежать сквозь толпу – это совсем нелегко. И тогда Иаир стал показывать дорогу Иисусу, как идти.
и они стали торопиться. Но вы знаете, что людей очень много. И там были и дети, и взрослые. И было так нелегко пройти и идти быстро. И вот когда они спешили, вдруг что-то произошло. Одна женщина, одна старая бабушка, она была очень больна. И эта старая бабушка 12 лет мучилась от своей болезни и никак не могла выздороветь. Знаете, она не была очень богатой, у нее не было много денег, и она все деньги свои потратила на врачей. Заплатила одному. Он тот выписал ей лекарства, но эти лекарства не помогли. И тогда она пошла к другому, и другой тоже ей выписал таблетки, и эти не помогли, и еще. И так 12 лет она мучилась и ходила по разным врачам, но ни один врач ей не помог. Она очень устала, но по-прежнему болела, и ей даже стало хуже. И эта бабушка услышала, что Иисус может лечить, и не просто лечить. Он самый настоящий врач. И она подумала, я пойду и найду его. И она пошла и увидела толпу, но толпа была такая большая, что она не знала, как протиснуться. И она подумала, может быть, я так протолкнусь сквозь толпу и хотя бы дотронусь до его одежды. И когда я чуть-чуть дотронусь, я, наверное, выздоровлю. И она протолкнулась сквозь толпу, сзади подошла и дотронулась до его одежды. И когда она дотронулась до одежды, она почувствовала, что вся болезнь прошла. И она совсем здорова, и она испугалась. И когда Иисус почувствовал, что кто-то до него дотронулся, то он развернулся и спросил, кто тронул меня? Но тогда ученики сказали Иисусу, что ты спрашиваешь, тут столько много народу, и все тебя толкают, и ты спрашиваешь, кто дотронулся до тебя. Но Иисус знал, что это не просто кто-то дотронулся, это кто-то дотронулся с верой до него, потому что хотел полечиться. И тогда эта женщина перепугалась, что Иисус, может быть, рассердится. И она сказала, это я. И она очень испугалась. Но вы думаете, Иисус рассердился? Нет, Иисус совсем не рассердился. Он сказал, не бойся, иди, ты теперь здорова, вера твоя спасла тебя. И эта женщина была так рада, что она теперь здорова, и Иисус ее вылечил. И она пошла в свой дом. А Иисусу надо было торопиться туда, где вел его папа Иаир. И вот они торопились и шли быстро, как только могли, через толпу. И вот уже дом там виднелся на холме. Они уже почти дошли. Иаир очень торопился, потому что он боялся, что он может опоздать, что с дочкой его будет еще хуже. И когда они торопились, тогда из дома Иаира пришел слуга и сказал, «Не торопи Иисуса, твоя дочка уже умерла». Вы думаете, когда-либо Иисус может опоздать? Или прийти рано? Вы правы, Иисус никогда не опаздывает и никогда не спешит. Он все делает вовремя. Когда они пришли в дом, они увидели, что все плачут. Иисус не разрешил никому зайти в дом. Он разрешил только быть маме с папой в комнате, маме с папой девочки и только трем его главным ученикам Иакову, Петру и Иоанну. Только им можно было зайти. Когда Иисус зашел в комнату, он увидел девочку. И все плакали, а он сказал, что вы плачете? Девочка не умерла, девочка спит.
И все смеялись над ним, потому что все знали, что девочка умерла. Но Иисус знал, что он сделает. Он подошел к маленькой девочке и взял ее за руку. И сказал ей: «Девочка, встань!» И девочка открыла глаза. Она поднялась и села на кровати. И она увидела Иисуса, который улыбался навстречу ее. «Мама! Как обрадовалась мама!» Она подбежала быстрее к своей дочке. «Папа! Папа Иаир!» Он тоже бросился обнимать свою девочку. Как все были рады, что девочка ожила. Иисус совершил это чудо. И тогда Иисус сказал: «Дайте ей что-то поесть, чтобы у нее были силы». Мама побыстрее пошла и принесла еду. Вот так Иисус спас, воскресил девочку. Потому что Иисус самый главный врач, самый сильный врач и самый умный врач. И Он дает всем врачам силу и мудрость. Всего вам доброго. Пока-пока. Наш Бог чудеса творит, Он людям исцеление дарит. Когда читаем мы о Божьих чудесах, то крепнет вера в наших сердцах. Он зрение Бартимею возвратил, и 10 прокаженных